Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенка. Глядіть у гэтым випуску. Перевиконання показчиков по нескольких накірунках. Сьогодні на посяджені облвиконкама розгляділи виніки соціально-економічного розвиття регіона у першим полугодді. Не стратить ніводного зернятка. Уборочная компания набирає обороти. Самые спритные и выносливые. У Гомеля прошел кросс-триатлон «Кубок по лесе 2020». А зараз об гэтым и іншым больш падрабязна. Старшыня Камітэта дзяржаўнага контролю Іван Тэртэль сёння наведаў адкрытае акцыянернае таварыства «Гомельшкло». Мэта візіту – азнаёміцца з работай прадпрыемства, даведацца аб яго поспехах і праблемах. Апошнія месяцы выклікалі складанасці ў жыцці завода. Як «Гомельшкло» змагалася з абставінамі, ведае Мікалай Скінціян. Гісторыя завода «Гомельшкло» – гэта амаль 90 гадоў дынамічнага развіцця. Апошняя буйная мадэрнізацыя тут адбылася ў 2016 годзе. Запусцілі лінію па вырабу шкла з пакрыццём. 75% прадукцыі ідзе на экспарт. Асноўныя партнёры – Расія, Украіна, Польша і краіны Прыбалтыкі. Таму сітуацыя з каронавірусам вымусіла прадпрыемства знізіць тэмпы і працаваць па заказах. Зараз становішча змяняецца ў пазітыўны бок. І нават у цяжкія моманты пандэміі на «Гомельшкле» не было ніводнага выпадка скарачэння штата. Что предприятие работает и выпускает продукцию. Мы видим, что есть планы по ее наращиванию, есть где необходимо подставить плечо государства. Для этого у нас имеются все необходимые инструменты. Решения будут приняты. С коллективом завода Іван Тэртэль абмеркаваў не толькі становішча на прадпрыемстве, але і ў краіне ў цэлым. Беларусь сутыкнулася з рознымі перашкодамі за апошні перыяд. Але, як паказвае жыццё, нашы людзі здольныя пераадолець любыя цяжкасці. Коллектив достаточно крепкий. Здесь работают специалисты уникальные, по сути. Предприятие директор лично занимается подбором молодых кадров, перспективных кадров. Но это, я считаю, одно из самых перспективных предприятий региона. И в целом для страны оно имеет очень большое значение. «Гомельшкло» – градаутваральное предприемство. Тут працую амаль 2000 человек. На протягу своего иснования завод проходил проз розные складанности. Нават практично висел на волоску, коли вырашалось пытание об его закрытии. Кировництво краины не могло этого допустить. Дякуючы яго намаганням, «Гомельшкло» зараз працуе. І, як паказвае вопыт, прадпрыемства цалкам апраўдала давер. Мікалай Скінціян, Александр Харлампаў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Перевыканане паказчыкаў па экспарце тавараў, прыцягненні замежных інвестыцый і будаўніцтве жылля. Сёння на пасяджэнні гомельскага аблвыканкама разледжаны вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна ў першым паўгоддзі. Нашы корэспандэнты пацікавіліся падрабязнасцямі. Бадай, самыя вялікія праблемы для эканомікі рэгіёна стварыла пандэмія каронавірусу. Многія традыцыйныя партнёры ў блізкім і далёкім замежжы на працяглы час спынілі сваю дзейнасць. У першую чаргу па гэтай прычыне, напрыклад, не атрымалася выканаць паказчык па экспарце паслуг. Праўда, падчас пасяджэння аблвыканкама на прычыны імкнуліся не спасылацца, а прааналізавалі сітуацыю па кожным раёне. Сярод найбольш праблемных пазіцый – недастатковы тавараабарот грамадскага харчавання, невялікая колькасць зноў створаных арганізацый і праблемы з экспартам прадукцыі. Праўда, у цэлым па вобласці гэты паказчык нават перавыкананы, у першую чаргу, за кошт прыватнага бізнесу. Што касаемо экспартных паставак, у нас достаточно стабільна сработала камунальная і частная форма собственности. Это мясо-молочная компания, а также те частные предприятия, которые даже в условиях пандемии смогли обеспечить экспортные поставки как в Российскую Федерацию, так и в страны Евросоюза. Во втором полугодии, конечно, стоит задача для Гомельской области обеспечить выполнение поставленных задач. Мы видим, за счет чего мы это будем делать. Конечно, промышленность должна показать себя. Такие предприятия, как Светлогорский ЦКК, которые прошли модернизацию. Это деревообрабатывающее предприятие, Речица Древ, Гомель Древ. Также мы сегодня надеемся на то, что рынки европейские, а также Российской Федерации позволят выйти на стабильную работу открытого акционерного общества «Гомельстекло». Сярод выказаных прапаноў пашырэнне асартыменту тавараў, якія вырабляюцца прадпрыемствамі рэгіёна, у асноўным перапрацоўчымі. Тым больш, што зараз ідзе размова аб павелічэнні аб'ёмаў сельскагаспадарчай прадукцыі. Калі казаць аб праблемах гэтай галіны, то яны звязаны перш за ўсё з наяўнасцю якасных кармоў. Сёлета іх пачалі нарыхтоўваць на некалькі тыдняў пазней за леташнія тэрміны. Пры тым, што амаль 3 гады на Гомельшчыне адзначалася анамальная спякота, гэта таксама не лепшым чынам адбілася на сітуацыі ў жывёлагадоўлі. Сейчас самае главное, кроме роста поголовья продуктивности, это заготовка корма. Конечно, продуктивности говорить не приходится, если нету хороших кормов.
Поэтому сейчас вот это самая первоочередная задача. Если взять общее количество и виды работ, которые идут, то я хочу сказать, мы на уборку зерновых пошли тоже с опозданием где-то, ну, почти на 2 недели. Где-то кто-то на 2, где-то кто-то больше. Но если сегодня взять по количеству убранных, то мы уже уровень прошлого года по площадям мы догнали, то есть даже если процентном выражении, мы уже догнали, то есть 2 недели эти догнали. Это о чем говорит? Это говорит о том, что как бы нас ни критиковали, как бы нам ни говорили, но мы лучше подготовились в этом году, опять же, это с подготовкой техники, с подготовкой комбайна. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». На полях регіона гарачая пара, як у прамым, так і ў пераносным сэнсе. Аграры прыкладваюць максімум намаганняў, каб своечасова ўбраць ураджай. Пры гэтым у некаторых гаспадарках задачы больш складаныя. Напрыклад, у адкрытым акцыянерным таварыстве «Тураўшчына» адначасова працуюць на ўборцы зерневых культур і зялёнага гарошку. Аб напружаных буднях прадпрыемства матэрыял Дмітрыя Котава. Убирать зерневые у открытым акционерным товаристве «Тураўшчына» почали зусім недавно. На полі вышли усе 11 комбайнов предприемства, которые прошли попередний техничный контроль. Покуль уроджайность складая каля 50 центнеров с гектара, выник чаканы и дозволяет разлишивать на поспяховое проведение уборочной кампании 2020. На молото, думаем, в прошлом году было 14 900, в этом планируем на 17. Ну, погодные условия немножко тормозят уборку. Но я думаю, все наладится и уберем сроки. На суседнім полі, літаральна ў некалькіх метрах, спецыялізаваная тэхніка ўбірае гарох. Пад гэтую культуру ў гаспадарцы адведзена 300 гектараў. Работы завершаны на палове плошчаў. Тэрміны ўборкі, дарэчы, сёлета былі зменены. Калі раней яе пачыналі на пачатку чэрвеня, то зараз з-за ўмоў надвор'я на 3 тыдні пазней. Аднак ураджайнасць на ўзроўні мінулага года, каля 45 цэнтнераў. Гарошак адразу паступае на кансервавы камбінат. Ён хутка псуецца. Паміж уборкай і прамысловай перапрацоўкай павінна быць не больш як 2 гадзіны. Тому працевать комбайны начинают только, когда с комбината поступает сигнал, что сыровина скончилась. Дарэчы, сёлета планируется вырабить каля 4000 умовных банок. Продукция давно завоевала своего споживца. На внутреннем рынку и она разыходится за несколько месяцев. Пэвная частка накировывается на экспорт. 75% от общего объема это занимают производство зеленого горошка и сахарной кукурузы. Вот потому что смонтировано в 2005 году. На филиале Туровский консервный комбинат введена в эксплуатацию высокопроизводительная линия зеленого горошка мощностью 8 тонн в час. Вот, годом позже, в 2006 году, смонтирована линия по переработке сладкой кукурузы. Мы единственные в Беларуси, в Республике Беларусь, которые непосредственно выращиваем. Есть оборудование для уборки кукурузы в початках и, соответственно, линия. Полный цикл, цепочка технологическая соблюдается от выращивания до выпуска готовой продукции. Перапрацоўкай зеленого горошку на комбинате будут заниматься еще каля 3 тыдняў. Пасля на вытворчую линию пачне поступать кукуруза. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район. Сёння на Гомельшчыне дадзены старт акцыі пад назвай «Маёй краіне». Першым яе прыняў Кармянскі раён. Акцыя «Маёй краіне» праводзіцца па ініцыятыве грамадскіх арганізацый рэгіёна. Як чакаецца, яна працягнецца да 8 жніўня і завершыцца ў Гомелі. Канцэрты пройдуць ва ўсіх раённых цэнтрах. Мерапрыемства аб'ядноўвае дзеячаў мастацтва ў вобласці, артыстаў, паэтаў, мастакоў, а таксама творчыя калектывы. Апрача таго, свае дасягненні пакажуць спартсмены. Проект закліка и продемонстрировать творческий потенциал региона. Творческие коллективы Гомельской областной филармонии, то есть будет довольно-таки большая, в день по 2 больших концерта, и плюс к ним будут присоединяться творческие коллективы у каждого района. То есть это те самые, наверное, лучшие тем, чем может каждый район похвастаться. Вот они будут также включаться в концертную программу. З усмешкай і на пазітыве. У Гомелі прайшлі спаборніцтвы па крос-трыатлоне «Кубак Палесся 2020». У абласны цэнтр прыехалі спартсмены з Беларусі, Расіі і Украіны. Нашы корэспандэнты пабывалі на турніры. Организовали турнир представники клуба «Желтая субмарина». Их мета – нагадать гомельчанам про триатлон. Тем более, что в нашем регионе есть ведомые триатлонисты Ксения и ее батька Евген Зиядиновы. Цікавость до этого виду спорту есть. У турнира удельничали больше за 100 человек не только из нашей краины, але и из Украины и России. Эти соревнования объединяют несколько видов спорта – плавание, велосипед и бег.
То есть поэтому они собирают большое количество любителей. И на самом деле это те виды спорта, которые приносят максимальное здоровье, максимальное движение, открытый воздух и, в общем, один только позитив. У нас есть звук, есть музыка, есть точка питания. То есть на такой получился хороший open air, как модно сейчас говорить. Організатори пропонували спортсменам некілька категорій – класичний триатлон, дуатлон і трипл-мікс. У традиційному варіанті треба переодолити плавальну, бігову і велосипедну дистанції. Їх протяглость залежала від узросту спортсмена. 400 метрів плавання, 12 кілометрів на велосипеді і 3-кілометровий забіг для дорослих і юніорів. Для юнаків і дівчат дистанція у 2 рази коротей. Програма дуатлону включала 5 кілометрів бігу і 12 кілометрів велогонки. А ось представникам категорії трипл-мікс треба було пройти класичну дистанцію у 3 старта, які проходили один за одним без передиху. Многі спортсмени у гэтым годзе вырашылі выйсці на старт упершыню і трапілі ў лік пераможцаў. Да, в прошлом году я не участвовал, мы с семьёй смотрели, очень понравилось, решили в этом году поучаствовать по полной уже, не дуатлон, а триатлон. Подготовка такая скомканная получилась, за месяц немножко поплавали. Так, в принципе, я легкоатлет, поэтому бегаю всегда. Велосипед тоже моя тема. Характерно, что восьмая частка удельников – это девчата и жанчины. Яны на роуне с мужчинами справлялись с этапами и крок за кроками шли до финишу. Сярод их пераможцей стала Дарья Флейтух, якая выступала на спаборництвах разом со своим батьком. Ну, вообще, я давно наблюдала в интернете, что есть такое соревнование, как Ironman, и там именно направлено большие дистанции, то есть там очень большие расстояния пробежать на велосипеде. Проехать. Хотелось попробовать чего-то как бы помягче, так сказать. И как раз вот попался Кубок Полесья. С папой сразу же решили участвовать. Это отличная тренировка, чтобы потом выйти на именно на непосредственно Ironman, то есть на более уже большие дистанции. По выниках первым финишовал Владислав Дорохович. Практично одразу за им споборництво завершил махилевчанин Александр Маркович. И они стали переможцами у своих узростовых категориях. Было очень интересно, очень крутая трасса. Было, конечно, тяжело иногда по песку ехать, но, в принципе, все удалось. И... А бег, беговая дистанция проходила очень легко. Так я уже неоднократно на таких дистанциях выступал. Ну, в принципе, очень классная организация, очень интересно. Молодежь подстегивала сзади, вроде вижу молодой, но на беге, конечно, молодость убежала вперед. А так вообще классно, классная дорожка, красиво, интересно, технично, все классно. Давно мы соскучились по стартам, не было соревнований уже практически больше полгода. Последний старт у нас был осенью, все. Спаборніцтвы па крос-трыатлоне Кубак Палесся прайшлі другі год запар. Сёлета аматарскі турнір сумясцілі з этапам Кубка краіны па трыатлоне. Гэта значыць, што ўсе ўдзельнікі атрымалі рэйтынгавыя балы і трапілі ў нацыянальны спіс профільнай федэрацыі. Привлекаем любителей к нашаму спорту, папулярызируем, і мы очень рады, што они участвуюць, соответственно, для них это дополнительный. У нас есть спецыяльны такой зачёт сярод любителей, Кубак Беларускай федэрацыі трыатлона, они получаюць ачкі. Соответственно, мы их задействуем и на наших этапах Беларуси по триатлону. Усім, кто завершил дистанцию, вручили малый памятный медаль финишора. Организаторы чекают, что в наступном ходе спортсменов будет значно больше. Вероника Гамдюкова, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель». І наприкінці випуску коротко про надвор'я. На гэтым тыдні будзе дажліва і ў асобныя дні па-летняму спякотна. У аўторак будзе воблачна з праясненнямі. Магчымы кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер парывісты да 14 метраў за секунду. Тэмпература складзе да 18 ноччу да 30 днём. У сераду характар надвор'я не зменіцца, у чацвер спякота пойдзе на спад, паветра прагрэцца да 23. Такая ж тэмпература захаваецца да канца тыдня. Ападкі працягнуцца, іх не варта чакаць толькі ў пятніцу. Гэтыя, а таксама іншыя навіны, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да новых сустрэч у эфіры.
Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле при проведении ремонтных работ произошло обрушение строительных конструкций четырехэтажного здания. Сообщение Центра оперативного управления Гомельского городского отдела ПЧС поступило накануне около часа дня от сторожа департамента охраны. В кирпичном здании 1971 года постройки размером 15 метров на 100 после проведения ремонта планировалось сдавать площади в аренду под складские помещения. На момент проведения строительных работ в здании находился один человек, который услышал звуки обрушения и выбежал на улицу. Пострадавших нет. Работниками МЧС проводились работы по оценке состояния масштаба происшествия. Специализированных работ не проводилось. На данный момент здание, проход закрыт, здание ограждено и охраняется сторожем. В Калинковичах мальчик застрял в ограждении моста. На помощь пришли спасатели. Вчера днем в службу спасения поступило сообщение. Пятилетний ребенок просунул голову между металлическими прутьями ограждения моста через реку Нетич и высвободиться не может. Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента прутья ограждения были разжаты, после чего ребенок был освобожден. Состояние мальчика удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается. Житель Жлобинского района пренебрег правилами пожарной безопасности, за что сильно поплатился. В субботу в Жлобинскую районную больницу из деревни Кабановка с термическими ожогами разной степени тяжести доставлен 46-летний мужчина. Выяснилось, что травмы от воспламенения горючей жидкости он получил во дворе своего дома, ремонтируя бензопилу с сигаретой во рту. Мужчина госпитализирован. В Гомеле на Обкомумском озере утонул 57-летний мужчина. Две женщины и их знакомые с утра пришли отдохнуть в необорудованном для этого месте. Озеро не предназначено для купания. Здесь когда-то намывали песок, который шел на строительство, и местами глубина дна достигает 15 метров. Но красивая природа притягивает сюда людей, поэтому освод выставил возле водоема временный пост, который в летний период работает с 12 дня до 9 вечера. Звонок на линию 101 поступил около 10 утра. Незамедлительно выехала спасатели с городской спасательной станции, где на глубине 3 метра и на расстоянии порядка 15 метров от берега было поднято тело гражданина города Гомеля, жителя города Гомеля. По предварительным данным, находился в компании двух женщин, распивали спиртные напитки и решили наспор переплыть в озеро. Что произошло, уже установить вскрытие. Кроме этого случая, сутками ранее вблизи деревни Балажевичи в Припяти утонул 47-летний житель Лельческого района. Четыре человека были спасены работниками освода в Хойникском и Наровлянском районах. В Хойниках трое неумеющих плавать парней перевернулись на надувном матрасе, а в Наровле девушка, выясняя отношения, толкнула парня с обрывистого берега в реку. За выходные дни сотрудниками областной госавтоинспекции было выявлено 34 водителя, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии, и 76 автомобилистов, которые сели за руль, не имея на то права. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и 6 получили травмы. 25 июля примерно в 21:20 18-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Golloper, двигаясь в Гомеле по улице Ильича в направлении улицы Фрунзе в районе дома номер 2 из-за неправильно выбранной скорости, не справился с управлением, в результате чего его автомобиль опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 17-летний пассажир, который ехал в автомобиле на заднем сидении, соответственно, не был пристегнут ремнем безопасности. Сам водитель, который получил водительское удостоверение менее месяца назад, от прохождения медицинского свидетельства не отказался. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Мозырская «Славия» в 19-м туре чемпионата страны по футболу высшей лиги, уступая «Руху» 1-3, сумела увести 1 балл из «Бреста». Хозяева открыли счет на 25-й минуте. Отличился Денис Гречиха. На 49-й Артем Концевой ударом из-за пределов штрафной преимущество брещан удвоил. Спустя 20 минут игрового времени Франсис Нарх один гол отыграл. Вскоре Олег Никифоренко вернул хозяевам поля преимущество в 2 мяча. Начало камбэку мазырян на 87-й минуте положил вышедший в концовке матча на замену Владислав Малькевич. На 5-й, добавленной ко второму тайму минуте, Максим Слюсар, также вышедший со скамьи запасных, реализовал пенальти и сравнял счет. «Славия» завершала матч в десятером. На 90-й минуте судья показал красную карточку Евгению Барсукову. После 19-го тура мазыряне на 11-м месте в турнирной таблице, лидирует «Шахтер».
Андрей Черниенко возвращается в БЧ. Ранее игрок 2 сезона защищал цвета гомельской мини-футбольной команды. После была отлучка в Витен. В составе аршанской дружины Черниенко стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Беларуси. Ряды железнодорожников пополнил и Сергей Дядечкин. Игрок минувший сезон также провел в рядах Витена и выиграл золото национального чемпионата. Кроме того, свое выступление в БЧ продолжит Денис Мазной. Напомню, что в концовке минувшего сезона было объявлено, что игрок покидает команду. Команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта заняла 2-е место в общем зачете республиканской спартакиады детско-юношеских спортивных школ по стрельбе из лука. Соревнования проходили в Гомеле. На протяжении 3 дней более 60 юных лучников со всей страны состязались на стадионе «Луч». В командных соревнованиях юношей золото у гомельчан победили Филипп Курленко, Никита Акулин и Артем Малаев. Виктория Соловьева, Алина Малаева и Ирина Ромашко выиграли бронзу в состязаниях девушек. В миксте Никита Акулин и Виктория Соловьева также стали 3-ми. В дисциплине «Олимпийский круг» у юношей бронзу завоевал Филипп Курленко. В Минске завершилось первенство Беларуси по теннису среди спортсменов в возрасте до 16 и до 18 лет. Гомельчане отличились в младшей возрастной группе. Дарья Хомутянская выиграла бронзу в одиночном разряде. Юноши поднимались на пьедестал в состязаниях пар. Николай Баньков стал победителем. Алексей Хамротов занял 2-е место. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».